Сегодня, 27 августа 2024 года, Верховным судом Российской Федерации были рассмотрены наши кассационные жалобы по уголовному делу в отношении Симферопольской группы, мой подзащитный Тофик Абдулгазиев. Кассационные жалобы были поданы Верховный суд на приговоры и на апелляционные решения по приговору, оставившему в силе. Вот. В судебном заседании мы, как адвокаты, наши подзащитные выступили с доводами, которые, ну, уже на протяжении долгих лет мы высказываем и абсолютно обоснованно говорим о незаконности таких преследований и таких сроков огромных в колониях строгого режима за фактически просто мирные собрания, изучение литературы и так далее. Ожидаемо суд кассационной инстанции, Верховный суд Российской Федерации оставил в силе и приговоры, и решение апелляционной инстанции. Нам удалось поговорить с нашими подзащитными, с пятеркой, вот где Тофик Абдулгазиев, Владлен. Они чувствуют себя нормально, более или менее. Тофик сказал, что здоровье его также остается плохим, да, он находится в больнице на данный момент. Вот. И морально как бы все чувствуют себя хорошо, однако здоровье, конечно, ухудшается в таких условиях. Всем огромные слова благодарности за поддержку передали политзаключенные. Чох Саунс. Вот.